Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас, девочки, у нас с вами очень интересное предсказание. Это не просто предсказание, да, это вызов. Поэтому вызов очень сильный. И через 15 минут ваш мужчина точно появится с любовным сообщением. Теперь смотрим, девочки, его чувства в отношении вас. Будем корректировать ситуацию. Так, переживает он, страдает. Еще какие у него чувства в отношении вас? В раздумьях он. То есть, хочется еще сказать, сдерживает он свои чувства. То есть, переживает и страстные чувства сдерживает. Очень сильно, кстати, сдерживает свои чувства. Старается быть таким непроницаемым и холодным. Что он думает о вас? Думает, что вы далеко, что он вам не интересен. Далеко не в смысле расстояния, а далеко в смысле того, что недоступны вы как-то для него. Ревнует вас. При этом, смотрите, конечно же, испытывает, думает о чувствах к вам, о том, что ему с вами было очень приятно. Он испытывал очень близкие чувства. Очень яркие чувства. То есть ему реально рядом с вами классно. А вот. А какие у него планы на будущее с вами? Ждет, ждет весточки от вас, девочки. Какие еще у него планы на будущее с вами? Серьезные, кстати. Планы серьезные. Дальше. Все равно думает, что вы такая сильная, хорошо стоящая на ногах, и думает, что все-таки вы подумаете, и если он вам интересен, вот так он думает, вы сделаете первый шаг. Кроме того, он понимает, что вы серьезная девушка, вам нужны только серьезные отношения, поэтому он сейчас и продумывает именно серьезные планы. То есть принимает решение, пока решение не принято с его стороны. Будет ли он действовать в отношении вас? Да, но не так быстро, как нам бы всем хотелось. Какие будут действия с его стороны? Да, будут перемены в ваших отношениях. Он однозначно объявится. У кого-то даже реально через 15 минут. Да, перемены точно будут, то есть точно объявится. Он планирует появиться, но хочет еще немножко подождать, потому что пока решение не принято. Вот. Но давайте все-таки подтолкнем его к активным действиям. Допустим, напишет любовное сообщение, прямо сейчас боится он боится написать вам. Почему боится-то? Потому что, да, чувствует, что либо вы далеко, либо вы недоступны. Поэтому боится. А вот. А планы у него действительно реально серьезные. А вот. Но, смотрите, девочки, ждет все-таки от вас. В любом случае, да, смотрите, он еще немножко подождет. Он еще в раздумьях, он думает. Поэтому проявится он все равно. Проявится, да, кстати, он за вами следит, скорее всего, где-то в социальных сетях. То есть наблюдает со стороны. Действия активные с его стороны все равно будут. Но у кого-то будут через 15 минут действия от него, а у кого-то где-то через неделю. То есть он объявится, хочу сказать вам, 100% мужчина, которого вы тут загадали. Так что не ждите, девочки. Да, и именно с серьезными намерениями. То есть будет не только от него сообщение, но и будет еще и встреча. То есть он предложит вам встречу. Но пока сейчас, на данный момент, все-таки ему нужно принять решение. Смотрите, если вы сами ему напишите что-то, да, чтобы показать ему, что да, он для вас ценен, да, что у вас есть и к нему интерес, чувства, девочки, то это не подтолкнет его к действиям. К действиям его как раз-таки подтолкнет то, что вы будете молчать. При этом, раз уж он следит за вами в социальных сетях, то, соответственно, какая-то активность в социальных сетях, новые фотографии, особенно с букетом цветов,
То есть вы как бы не провоцируете прямую ревность, да, но фотография с букетом цветов вызывает у мужчины ревность и активные действия. А вот добавление каких-то мужчин в друзья. Это же могут быть ваши одноклассники, например, да, но он-то себе накрутит совершенно другое. А вот, например, фотографии где-то на отдыхе тоже прекрасно. Вот это как раз вот та активность, да, подарки, подарки там вот в социальных сетях можно, наверное, не во всех, но можно принять так, чтобы не было написано, от кого подарок. А вот. То есть инкогнито, там другое слово в социальных сетях. Вот, напишите в комментариях, там по-другому, да, чтобы не видно было, кто же подарил подарок. То есть вот такие подарки тоже классно. Причем эти подарки, насколько я знаю, можно дарить самой себе. Вот. А, принять как приватный, вот. Вспомнила, как это правильно. А вот, можно их подарить саму себе, но вот эта активность в социальных сетях, конечно же, вынудит его на действие. Причем, смотрите, даже если он вас заблокировал в социальных сетях, он все равно за вами следит. Возможно, следит с какой-то другой фейковой страницы. Поэтому для того, чтобы его подтолкнуть к активным действиям, лучше не писать ему личное сообщение, а именно сделать такую, проявить такую активность в социальных сетях. Это точно 100% подтолкнет к действиям любого, даже самого упрямого мужчину. Но в данном случае он все-таки планирует действовать, но пока выжидает время. Так что однозначно ваш мужчина объявится, как я уже сказала, у кого-то через 15 минут, у кого-то максимум через неделю. Желаю вам счастья, всего-всего самого наилучшего. Пока!